после этого я еще выступал и побеждал, но пришло время закончить. Я почувствовал, что, скажем, спортивную карьеру, профессиональную спортивную карьеру пора заканчивать. Здесь, даже если бы не было этих поражений, я бы все равно не закончил. Есть другие интересы, да, есть другие. Я хочу участвовать в развитии спорта вообще в России. Не просто, не только тренировок, а вообще всего спорта. Быть полезным, не просто на ринге. Достаточно хорошо, достаточно. У меня была большая, красивая карьера в Греции с замечательными борцами. Поэтому, честно, уже все в прошлом. Можно посмотреть в записи. Нет, мое решение было осознанно, и никакие поражения на него не влияли. Большое спасибо.